Дорогие друзья, сегодня я хотела бы продемонстрировать вам в действии средство для духовых печей, для очень сильных загрязнений, сковород. Обратите внимание, что в отличие от предыдущих средств, здесь нет знака, что он принадлежит к серии Amway Home, и нет в углу значка, обозначающего полную экологическую безопасность и экологический распад этого средства. Соответственно, требует хорошего смывания, и если у вас чувствительные руки, работаете с этим средством только в перчатках. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо в первую очередь встряхнуть, надавить на крышечку, как в некоторых медикаментах есть крышечка, при надавливании только открывается, защита от детей. Немножечко выливаем в небольшую посуду. И красная кисточка, которая здесь предоставлена, вот такие загрязнения, которые не корябаются, не смываются, закопчения очень тяжелые. Мы наносим, для демонстрации нанесем буквально на один кусочек. И оставим на 5 минут. В зависимости от вашего загрязнения, это может быть от 5 до 20 минут. Пауза, да? Нажал. Прошло 10 минут. Можно немножечко проверить, потому что для каждой поверхности нужно свое время. И попробуем с вами губочкой. И никакой рекламы не нужно. Все очень наглядно. Одно движение губочкой. Таким же образом очистите остальную поверхность. Всего доброго, приятного пользования!